кто не понимает, что деньги у него уже есть, они просто не превратились в капитал, мы еще не научились так своим временем распоряжаться для того, чтобы он приносил доход, тот не будет успешен. Поэтому прежде всего нужно понять, что деньги у вас уже есть. Вот. Просто пока никто не готов их обналичить, вот, и надо произвести какие-то шаги. Мы же платим часто за время. Там, преподавателю платят за время, которое он потратил на ученика. Нужно просто эту мысль понять, что деньги, они вот как бы уже есть. Вы уже сейчас можете пойти и где-то за бросовой цене продать свое время. Вот. Вопрос, сколько будет стоить ваше время?